Questo è il carcere della città di Lugansk. A giorni alla direzione del carcere è pervenuta una richiesta da parte della Croce Rossa Internazionale di consegnare 5 detenuti del carcere all'Ucraina. È stata data la possibilità a questi detenuti di andare dall'altra parte, quindi di accettare questa richiesta. Gli è stata posta la possibilità di sottoscrivere una richiesta formale e tutti si sono rifiutati. Со стороны Красного Креста поступило предложение вывести ряд заключенных из Луганского следственного изолятора на территорию Украины. Мы предложили осужденным заключенным написать заявление по этому поводу. Ну, как получилось, они все отказались. Я так связываю с тем, что, скорее всего, их родственники обратились к ним за этой помощью, с этой проблемой, откуда взялся этот список. Нам прислали на 5 человек предложить им быть этапированными или переданными на украинскую сторону. Они отказались. 2014 год, как и весь Луганск, был крайне катастрофическая ситуация. Были обстрелы со стороны Луганска, со стороны украинской армии. В принципе, в районе дислокации следственного изолятора было ряд попаданий, не было света. Руководство управления тогдашнего покинуло территорию Луганской Народной Республики и переехали в город Северодонецк. Мы такого решения не приняли, мы оказались патриотами своей земли, остались здесь и, в принципе, работаем на улучшение условий содержания и режима содержания. Их выдавать, на чем, наверное, со спортзала? Питание нормально? Да, нормально. Питание, условия, все нормально. Охрана не обижает? Да, по комиссам. Приставочку поиграть, ну, взять книги из библиотеки, пожалуйста, можно здесь, можно в камере заключенных. В этом блоке у нас душевые. Столовая. Продукты питания выделяются из госрезерва нашей республики. В принципе, осужденные и заключенные довольны. Осужденные отделения по хозяйственному обслуживанию имеют возможность пользоваться спортзалом таким небольшим, но достаточно хватает тренажеров. Скажите, почему отказались на поездке на Украину? Да. Ну, меня законно, меня не устраивает. Чем именно? Ну, я с ними столкнулся, с их законами. В 2013 году на 23-й колонии, когда там бомбили, вот это, как вот у них идет, я еще раз так не хочу попадать в них. А вы? Я отказался, потому что у меня большую часть родственников, всех остальных находится на территории Донбасса. Тут родственники, семья тут моя. И близко ехать, и питанку такое. Сколько вам осталось еще? Еще 3 года. Скажите, как к вам относятся здесь? Очень хорошо. Ребенка не обижают? Нет, конечно, не обижают. Она у нас здесь одна, кто ее обидит? Кто не обижает? Всем обеспечен питанием, одеждой? Все есть, всего в достатке. Несмотря на то, что в таких условиях мы содержимся, но у нас все есть, мы ни в чем не нуждаемся. Сколько вам еще здесь находиться? 3 года до конца. Скажите, а почему решили взять с собой в места заключения ребенка? Я ее не брала, я родила ее здесь, в этих стенах, во время войны. В следственном изоляторе имеется молитвенная комната. К нам приходит регулярно, раз в неделю, две, священник проводит встречи с заключенными. Продукты.
выдаются в полном объеме. В ассортименте имеются консервы мясные, рыбные консервы, молоко сгущенное, масло растительное, сахар. У нас своя пекарня, мы выпекаем свой хлеб. Утром, например, рацион у нас какой? Молочная каша. В обед, например, у нас борщ. Каша с консервами мясной, салат. Ужин у нас идет, например, картошка, тоже с консервами мясной.